Также тоже награждается за отличные успехи в освоении учебных программ основного общего образования и за стремление быть самой лучшей из лучших. Поэтому мы тоже вас сердечно поздравляем за чудесного ребенка, за замечательную нашу Анечку. Вы тоже плохо русский знаете, да? Меня еще 2 года с ними вместе, поэтому мы поздравляем. Молодец. Поздравляем за достойное воспитание вашей девочки.